что тогда? Давай. Валенки. Может, ты первый свой. Давай. Что нужно делать? Хорошо, сам. Ну давай. Потихонечку, не спеша. Ну сейчас, что там? Нормально? Ну вот, крестец лежит, но копчик как будто бы не касается. Ну-ка еще разочек. Ну еще разочек. Еще разочек. Нормально, усилие, все, или что-то еще не хватает? Как будто бы подложить бы еще немножко, такое чувство. Да. О, лучше, да, пошло дело? Да. Еще? Да. Отлично, еще разочек. Хорошо, все. Значит, несколько мягче усилия. То есть не так резко. Хорошо. Еще разочек. Хорошо. Еще разочек. Отлично. Все. Ну, следующий вес. Отдыхаем. Хорошо. Еще разочек. Отлично. Еще разочек. Опять это мягче. Немножечко мягче. Как-то резкое такое напряжение. Пошел. Отлично. Еще разочек. Также. Дам. Ну еще разочек. Дам. Отлично. Ну что? Сколько добавим? 80 или 40? Отлично. Еще разочек. Дэм. Пошел. О, хорошо. Хватит, хорошо. Ну что, еще что-то подбесим? Потихоньку и даем. Пошел. Ну что, 800? Так, заходим на 800. Ну, поднял. Не спешите. Да, я просто примеряю. Не спешите. У вас рост 1,85. Это. Вот сюда. Давится. Вот сюда. Вот пяточку. Ага. Так, сейчас подождите. Немножечко латовать опять. Угу. Так. Не спеша ножками даем. Дам. О, смелее. Еще разочек. Нормальненько. Да? Еще разочек. Почувствовали, как надо давить? Вроде да. Давайте еще разочек. Начинаем. Мягенько даем. Хорошо давите. Отлично. Еще разочек.
Вот так вот. Хорошо, еще. Короткий вдох, задержали дыхание, давите ножками, правильно. Вот так вот, как бы отталкиваемся от этой палки. Давайте. Хорошо, цепляем. Ну, что, увидела? Да, я сейчас... Потихонечку. Что, хотя бы ножками. Хорошо. Во. Еще разок ножками также. И торопитесь. Хорошо. Очень хорошо. Еще. Давайте еще, да. Чтобы вы поняли, как давить. Еще разочек. То есть важно почувствовать, чтобы человек работался. Ножками-ножками отлично. Вешаем еще. Помнишь, я говорю, что это резко. А он, тут он мягко, молодец. Хорошо. Очень хорошо возьми, попробуй, как он, что он делает. Гадаем. Вот, хорошо. Еще разочек, все. Ну ладно. Все. Видишь, как мы. Вовремя. Что почувствовали? Потихонечку даем. Потихонечку. Хорошо. Еще разочек. Даем. Еще разочек. Так же даем. Вот, хорошо. Отлично. Все. Хватит. Ну что, поясницу там немножко раздвинула там. Отлично, раз, хорошо, да? Отлично, еще разочек, хорошо. Хорошо. Вот эту подложим, да? Mm-hmm. Есть. Силач богатырь нашел соперника, который пытается сопротивляться, и он так с азартом, ага. Хорошо, отлично, отлично, еще разочек, ох, прекрасно, ой, прекрасно, прекрасно. Какой у нас свет сейчас? Пошел, пошел, отлично, еще разочек, отлично, отлично, ой, хорошо, еще разочек. Я торчу. Пошел, 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 пошел. Отлично. Ну-ка, давай еще раз. Дам-дам-дам-дам. Отлично. 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 Пошел, пошел, пошел. Отлично. 420. Еще? Хватит. Хватит. А теперь мы сделаем чудо. 500. Пошел, пошел, пошел. Все, давай, отдыхай, восстанавливайся. По-моему, легче. Потихонечку, пальцы. Так, 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 так. Сначала вымираем. Помните? Не, 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 то смотрите, видите вот это? Да. Личики сюда, Славик сюда. Вот так, перчики сюда. Дальше, вот так. О, ну-ка. А ну-ка вот так просто руку выпрямлю. О, 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 о. Ну давайте, ладно, разочек повернем, разочек повернем, посмотрим. Так, не спеша, потихонечку. Давим. Отлично. Во, хорошо. Нормальненько, да, руки полностью выпрямились, да? Да. Ага, давайте, Славик. Дам, дам, дам. Отлично. Еще разочек. Дам, 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 дам. Отлично. О! Хорошо, молодец. Вот так. Не спеша, отдохнул, расслабился. И давишь, давишь, давишь. Отлично. Еще разочек. О, еще разочек дай. Хорошо. Значит, здесь, вот она, знаешь,
штанга вот так как бы лежит, не здесь, а вот здесь вот. Угу. Еще лишний раз показывать, где там что-то. А подожди, Леша. Все нормально, все да, хорошо. Да. Отдохни, не спеши. Как готов? Как готов, скажешь? Я готов. А, начали. Да, отлично. Вот. Да, отлично. Еще разочек. Пошел. Отлично. Чувствуешь примерно, как давить надо, да? Ну, примерно, да. Ну, давай мы вот это подвесим и еще одну подвесим. Нормально. А какие ощущения? Сопротивляется. Какие внутренние ощущения? Сейчас попробую понять. Чтоб чувство радости такое было. Вот напряжение приносит радость. И начали. Пошел. Отлично. Хорошо, Сережечек. Пошел. Отлично. И еще разочек. О, хорошо. Ну что? Ух. Взяло борзок. Я на польский перешел. Сейчас сколько? Хорошо. Все делать по команде. Как готов, так скажешь. Угу. Давай. Потихонечку. О, хорошо. И еще разочек. Отлично. Хватит, да, как она? Ну, да. Можно еще какую-нибудь попробовать. Не торопись. Начинаем давление. Пошел. Отлично. Еще раз. Вот так же. Пошел. Еще разочек. Хорошо. Вот так, вот, чтобы лицо было спокойное, не гримасы. Ну что? Супер. Потихонечку. О, отлично. Отлично. Еще лучше. О, вес сам поднимается, слушай. Сколько мы тогда делали? Не помню. Начали. Отлично. Еще разочек. Отлично. Еще разочек. Ой, как хорошо. Ну, подвесь еще это. Такое же, да? Да, и мы на этом закончим. Только, Саш, влипать. Удобненько легла. Твоя задача давить. Настроилась, вот как я говорил. Вот он, богатырю там кто-то надумал сопротивляться. А он с азартом так давит. Давай. Пошел, даем. Хватит. Еще раз вот? Нет, ну да, давайте это же самое, да, все, сейчас еще. Давай. О! Да, 260 кг. 260, хорошо. Можно даже вот так сделать. Угу. О! Натянул. Ну как сейчас? Ну сейчас. Попробуем. Ножками. Ну что? Что-то. Нормально? Ну, нормально. Еще разок попробуем. Давайте.
что-то она затирается. А? Или нормально все? Натянули. Натянули. Угу. Ножки параллельно. Сейчас какой вес? 700. Пошел ножками, 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 ножками. Да? Ну еще разочек. Хватит. Походи, отдохни. Что-то тяжеловато идет. Было 840. Медленно просто сделала. Мне кажется, не высоковато оно у тебя было, у тебя было почти на пояснице. Ну сейчас, ну, пояс имеешь в виду? Да. Может быть, это, 700 мы много поставили вначале. А, для первого раза? Да. Так. Хорошо. Пошел, пошел, пошел ножками. Еще разочек. Ну еще раз сейчас. Пошел, 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 пошел. О! Сейчас лучше. Отдыхаем. Закривило. Так, это вы подняли, да? Да. Ты? А, и ты это поднял? Или еще не поднимал? Поднимал. Второй был уже. Ага, значит, 780 уже было. Все, а? Восемьсот. 20. Было 820, да? 840 было. Максимально. Сейчас тогда 820. Пошел, пошел, пошел. Ну еще разок давай. Пошел, пошел. Сейчас будем дровить. Пошел, 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 пошел. Ну и хорошо, да? Как готов, скажешь. Давай. Пошел, пошел, пошел. Тону. Да, тонны это сколько? Это много. Саш, ты что, хочешь сейчас тонну? Натянули. Весь превращается в усилие. Оторвали. Подсел. Натянул. Вот она, вот она, вот она. Ступни параллельны. Ступни параллельны. Немножечко сюда сдвинулся. Вот. А где она должна быть? Вот здесь она должна быть. Так, подожди. И потихонечку сюда немножечко. О, ножками теперь, ножками. Вот, вот именно. Понимаешь? Ага. Больше работаешь тазом.
Давай ножками. Вот. Отлично, головку слегка поднял. Сюда смотришь. Еще разочек. Вот. Еще разочек. Хорошо. Можешь отдохнуть. Так. Отдохнули. Вот. Вот. Чтобы лежали. Медленно, плавненько. Медленно, плавненько, даем ножками, ножками даем. Еще разочек. Ножками даем. Сползает. Сползает, так. Немножечко дальше встань сюда. Вот, 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 да. Теперь потихонечку даем. Все по команде делаем, не спеши. Еще разочек. Ножками, хорошо. Вот сюда вот даем. Вот, что-то вот тут. Напряглась сильно. Ну, еще разочек. Хватит. Хватит, 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 хватит. Все, хватит. Что, еще подбавим или хватит? И закроем. И вот такое вот движение, знаете, вот, вот это вот тазом. О, вот оно. Именно. Раз. Сейчас. Натянули. Немножечко сюда пошли, на меня, да, вот так, чтобы тут прогибчик был. И теперь легонечко ножками выпрямляем ножки, не спеша, вот, отлично. Еще раз глазки закрыли, усилие пошло, пошло от ножек туда, о, хорошо, сюда вот оно. Еще разочек, да, еще разочек туда. Дэм. О, хорошо, все. Хватит, да? Почувствовал. Клиентам, как, знаете, можно сказать, к малым детям, да? Раз. А вот это, смотрите, вот сюда выворачивается. Оп. Вот сюда она выворачивается. И она пошла отсюда. Так раз. Зажал и ручкой. Оп, обхватил. И опять только раз, да, вот, и смотрите, вот это вот, она сюда идет, вот так, вот, вот так, это лямочка, раз, опачки, сюда я, раз, захватил, ага, все, поближе ко мне подходишь, еще ближе подходишь, о, буквально таки, да, вот сюда она кладется. И не спеша, спинка ровненькая, уже выровнял спинку. И ножками. О, раз, хорошо, отлично. Вот это, да. Может, надо повышенная штука? Или нормально? Нормально она? Слишком туда не подлазь. Ну давай, повыше. Ты слишком можешь туда. Чтобы так сюда прыгать. Встал. Вот. Да. О. Вот. Слегка туда отклониться. И ножками. Хорошо. О, отлично. Видишь, как заработал, а? Без проскальзывания. Еще разочек. Хватит. Хватит, отдыхаем. Потом закрутимся. Это сразу же вот оттуда сказывается на вашем результате очень и очень сильно. Угу. То есть уверенность, вот это спокойствие. Сейчас, давай подожди. Так, да, вот она висит. Опа. Уверенность, спокойствие и любые ситуации просто-напросто вы принимаете. Ну, вы не можете их изменить, допустим. А что вы тогда это самое? Расстраиваетесь. То есть никаких этих расстройств. Медленно, плавно, спокойно. Это упражнение, так сказать, на поясницу, поэтому вы так потихонечку. Пошел ножками. Хорошо. Еще разок ножками. Хорошо, хватит.
То есть вот на это упражнение не старайтесь, чтобы что-то они там делали. Упор делайте, вот, чтобы поправить. Ножками медленно, плавно усилил. Пошел. Хорошо. Еще разочек. Пошел. Отлично, хватит. Хватит. Ну что, еще подвесим, да, Ихарыш? Сейчас, сколько будет? Борис Николаевич Бойко. Да, Боченко, да. Вот здесь очень хорошо вот этот идет богатырь, который с удовольствием преодолевает препятствия. Вот оно давление. Это такое и пошел. Отлично. Еще разочек. Пошел. Ну еще разочек. Пошел. Отлично. Сколько там было? 420? Клиентов не доводите. Еще разочек. Дэн. Пошел. Хорошо. Хватит. Ну, нормально, да? Отдыхаем. Ну вот как обычно вставим, да? Ноги вставим. И пошел крутить туда. О! Дави, крути. Только не сильно давишь, прокручиваешь, чтобы это. Дави, крути. Вот, пошел сюда, вот так. Вот они там как раз это. Дави сильнее. Ай, хорошо. Пытка. Неимоверная. Ну как она? Давай. Ну еще разочек. Вот. Ну и хватит. Массаж стопы. То есть можете такую штуку делать.